Да, мне опять рано встать на работу, я опять страдаю херней вместо того, чтобы спать. Но я хочу записать открытие контов. Я думал, я честно, я запишу. Я не знаю, почему нет звука игры, возможно, она отключена. Ну и похер, я не знаю, можно ли ускорять в мобильной версии, походу нельзя, это по экрану ничего не меняется. Это, собственно, я хочу открыть на всех аккаунтах контейнеры, которые выдали за компенсацию. Давайте закончим ультра-контейнерами, начнем с обычных. Сейчас я... Ну, типа, если тыкать, оно не особо ускоряется, но открывается достаточно быстро. Я думал, честно, что я просто запущу на компе и сниму экранку. Но это полное говно. Я, во-первых, надеюсь, что звук идет, потому что звука открытия контов нету. Но, в принципе, и хуй с ним, нету и нету. Оно не так важно. Просто прикол в том, что этот звук не такой же классный. Да, мне неудобно держать телефон, не знаю, надо было бы, конечно, лучше бы взять. У меня есть штатив классный для телефона, но держу в руке. Буду держать в руке. Мог бы волосы распустить у меня за хвостик, но мне впадло. Слишком впадло. Там какие-то устройства попадали, даже не смотрел особо. Вау, иммунитет от подавления. Короче, три бесполезных устройства, понятно. Это я начал с основы, я потом буду ставить паузу и переходить на другие аккаунты. Скорее всего, переходим на другие аккаунты, звук опять расстыкуется с изображением моего ебала и будет некрасиво. Но, хотя могу, в принципе, и не ставить паузу, если оно будет не сильно долго тупить, но оно будет долго тупить, я в этом уверен. Вау, что мне какое-то бесполезное говно сыпет? Конечно же, открыть с компа было бы приятнее, но прикол в том, что свет дали, а интернет нет. Видимо, у самого провайдера свет на серверной отсутствует, электричество точнее. И вот, а я хочу открыть сейчас, поэтому открываю сейчас. Это я, собственно, сейчас увижу, сколько у меня будет кристаллов перед Черной Пятницей, сколько я смогу потратить. Я в любом случае делаю фуловым защитником. Ну и нахуя? Ну, кстати, краску чекнем, краску чекнем. Это, насколько я понял, аниматик. Судя по свечению. Так, ускорять можно? Я не хочу в миллион лет смотреть дебильную анимацию. С телефона как-то открывать не так прикольно, как с компа. С компа, но красочнее, ярче, звуки. Бля, иммунка от пробития на вас. Ну, это настолько бесполезно, что даже сказать сложно. Вау, по одному вообще так кончено открывать, конечно. Да, ну, 73 конта открыли. Получили шиш с маслом, в принципе. Баймор, да, ну, спасибо за Баймор. Я обязательно куплю. Дебилизм. Ну, поехали. Две пятнашки ультра-контейнеров. Давайте мне выпадет сейчас миллион кристаллов, и я скажу спасибо. Да? Все согласны с тем, что мне должен выпасть лям кристаллов? Как выпало с прошлой компенсации на другой аккаунт? Точнее, прошлую компенсацию как раз-таки взять не успел, потому что не было света. Как раз-таки я первый день, когда они только-только еще были, доступны сервера, я не смог. А потом все, потом сервера сломались. И это, собственно... Блин, а это прикольная краска, кстати. Краска прикольная, но краски бесполезные. Но, может, потом с компа померю все красочки и наслажусь таким. Наслажусь таким этим прекрасным. Интересно, что выпадет на Назике. Вот мне вот чисто прикольно посмотреть, на что выпадет на Назике. Хвоя, блин, это олдовая краска. Я так ее хотел в свое время. И так и не купил. От смоки на ней была защита большая. О, но это не... Блядь, да, мне красок прям охуенных насыпало, блин. Буду самый модный, самый красивый. Конечно, ничего полезного мне не выпало, к сожалению. Зато охуенные краски. Типа... Блин, у меня, я перевел, короче, телефон на украинский. Теперь у меня все, что можно быть на украинском, у меня на украинском, а все, что не может быть на английском. Так непривычно, но... Листопад, нихуя себе. А, это листопад, это, ну, блядь, я не понимаю, на русском или на украинском? Не, на русском. Так, амурский тигр.
Это анимированный, блядь, да, у меня эти анимированный тигр. Блядь, это круто. Это круто, конечно, да. И извержение. Да, оно анимировано. Ну, мне выпало две анимашки. С телефона, конечно, не заценишь, потому что с телефона даже вот это выглядит не так уже круто. Но с компа, я думаю, буду разглядывать две краски. Две краски имба, конечно. Да. В целом я доволен. Еще больше анимашек у меня теперь есть. Это круто. Ладно, в целом мне больше ничего. Это, конечно, имбовая краска. Да. В целом больше ничего интересного, я думаю. Ну, тигр имба. Тигр имба. Я не... Вот она с компа очень имбово смотрится. Я просто помню, я чекал все краски. Давайте пока я пижу и попробую сменить аккаунт. Я надеюсь, я таким образом... Опа. Я надеюсь, я таким образом пароль не запалю. Он же, по идее, должен быть со звездочками, да? Так. Угу, да, со звездочками. Давайте вот на этот. Пау. Да, не нужно ставить паузу, можно просто сделать красиво. Имбовая кружка. Так, ну что ж, что там, notification, бла-бла-бла, ну пусть будет yes, я не знаю, я не умею читать на английском. Забрать, забрать. Я, может, случайно размышляю эту кличку, мовэлла, я ебавцы в рот. Опа. А, это типа я выполнил какую-то хуйню, типа включить показ уведомлений каких-то боссовных. Короче, не суть. Ебашим, давайте сразу с ультра. Посмотрим, что выпадет на Зоферону. И да, наконец-то, благодаря этой компенсации, я на Назике куплю этот самый танкофонд. И у него будет Изида вампиризм, и наконец-то будет слот. Кайфец, кайфец. Что чем занимается человек вместо того, чтобы спать? 25к нормально. Дай лям, сука. Дай лям, сука. Мне нужен лям кристаллов. Тут дохуя что прокачивать. Аккаунт, блядь, неиграбельный. Дай лям, сука. Нужно хотя бы ловкача. Ну, блядь, все равно не докачай ловкача до фула, блядь. Я на основе еле-еле один дрон до фула выкачал. Это пиздец, как требует задротство. Оранжевый еж, ну обосраться. Я счастлив, блядь. С оранжевым ежом вы, конечно, мне, да. Оранжевый еж — это то, что было нужно этому аккаунту, нахуй. Я так люблю эти краски, блядь, бесконечность, нитки бесполезные, так бесит, когда они падают. На основе-то я им рад, потому что на основе... У меня в целом, конечно, до фул аккаунта далеко, я бы хотел там миллион, потому что у меня там, блядь, кризис и броненосец, скачать это супер дорого, сами знаете, 15 лямов примерно, плюс-минус. А остальные предметы... Эффект имба, эффект имба. Плюс молот у Назика вкачан. И у меня, блин, на основе почти все эффекты есть. На молот, но молот не вкачан, я только недавно его купил. И скин есть, а у Назика скина нету. Так, ну пока я не вижу ничего прикольного. К сожалению, у меня греча. О, ебать! Все, блядь, все, греча, блядь, я... Ладно, давайте дооткрываем и заценим гречу. Блядь, греча, это имба, пиздец. Не, я сейчас сразу пойду гречу. Ладно, давайте дооткрываем, уже там хуйня осталась, и заценим гречу. Мне кажется, это... Ну, у Назика мейн краска, это, конечно же, питон. Я сам на питоне часто гоняю, потому что флешбеки. Но греча... Бля... Греча – это пизда. Синий, вах. Синего шафта вот даже у меня на основе нету. Конечно, понимаю, что все бесполезно кастомизация. Мне все равно все эффекты рано или поздно выпадут. На основе у меня дохуя больше, чем Назик. Но на аккаунт Назика все равно интересно поиграть. Я даже по опыту его уже обогнал. У меня уже больше 5 миллионов. Хотя когда-то Назик меня перегнал по опыту. И там такая история, да, что... Вспоминаешь, как играли мы, блядь, в эту игру, когда она еще была совсем не такой.
гнались за опытом, ну, типа, и задрачивали себе гаражи, когда-то мы были крутые по гаражам. Хотя, да, и тогда, на самом деле, тоже до фула было далеко, тоже были гаражи не такие уже крутые, были чуваки с гораздо покруче гаражами, но мы все равно играли и задротили, и стремились к фулу, и были довольно близко к нему, чтобы сделать норм. Потом игра стала такой, что, блядь, сейчас доиграться до фула, это реально нужно каждый день хотя бы пару часов играть. Вот реально каждый день, не пропуская, задротить по пару часов. И тогда за пару лет ты набьешь себе все равно не фул, но будешь очень хороший аккаунт иметь. Давайте сразу недельные везде тоже подкрываем. Это на самом деле тупо трата времени, конечно. Это можно и перед закупками купить, скрыть. Отдельный видос с закупками я тоже, возможно, сниму. А возможно, нет. Просто зайду и потрачу, что куда считаю нужным. Все, я хочу заценить гречу, потому что греча это имба. К сожалению, у Назика нет легаси скинов на мамонт. Я вот когда был. А что у него, кстати, есть что-то фул вообще? Макс, почему? Вот не обновили они. Не обновили они. Что гром у него фул, и не написано гром Макс. Или не написано гром МК8. Я считаю, недоработка. Я считаю, это недоработка. Абсолютно. Изида без вампиризма, блин, отвратительно. Но скоро будет вампиризм. Фарбы. У него пока есть только вот такая салупа. А что я хотел? Я хотел... Да, у него мамонт. Фуловый мамонт. Фуловый этот самый. Твинсик. Эффекты. Есть синенький. Класс. Заебись. Дроны качать и качать. Хотя бы брут фуловый есть. Но я его выкачил ему. Давно еще. И нет слота. Я хотел гречку. Ух, гречка, гречка, гречка. Так. Ну-ка, ну-ка. Покажи мне. Сука, покажи мне гречку. Нахуй. О, блядь, нихуя себе. Гречка за 59,90. Ёб твою мать. Вот это да. Все, Назик, я тебе выбил гречку. Не благодари. Теперь у тебя на аккаунте есть гречка и 300к кристаллов, которые я проебу куда-нибудь, куда посчитаю нужно. Как-то так. Ну и танкоины, которые тоже солью. Кстати, можно, в принципе, уже это сделать. Где-то магазин. Это что за говно? Так. Найс, потом открою. Что тут есть чат, господи. А, я просто на основе его выключил, потому что я забанен. Где ебучий магазин? Я просто очень хорошо разбираюсь в... Чё, блядь, пигибэнк, блядь. Вы ёбнулись. Где, сука, это гараж, да? Это гараж. Это бои. Значит, а, вот же магазин, да, вот магазин. Пизда. Скидки отсутствуют, но это пока. Потому что у нас сегодня... Блять, четверг, что ли? Капец, я не... А, да, четверг, 8 грут. Четверг. Значит, пятницу завтра. Нажмите старт. Я не буду участвовать в аркаде. 100 танкоинов выкидывать. Там все равно уже... Я уже не хочу разбираться в этой аркаде, но звучит прикольно. Может, в следующей аркаде я поучаствую. Премиум аккаунты. А где, блядь, собственно, челленджи? Специальные предложения. Или уже нельзя поучаствовать, блядь. Да здрасте. Чё закал? Да, спасибо, там же... Ну, спасибо, блядь, я... Иди нахуй. За что? За что это мне дали вообще? Что я купил? Чё? Чё, блядь, ребят, чё я сделал? Да иди нахуй. Так, короче, нажмите старт. Я ебал нажимать старт. Я не понимаю, должно быть спецпредложение на... Вот я бы сейчас нажал паузу, чтобы разобраться, но, блин. Ладно, значит, хер с ним, значит, хер с ним. Но я хотел получить Назика. Я думал, что еще можно поучаствовать в танкофонде. Но, походу, уже нельзя. Потому что должны быть специальные предложения для танкофонда, которых, видимо, либо уже нету,
Хуй знает, честно. Либо они еще не появились, либо их нельзя купить с телефона, что вряд ли. И я не понимаю. Короче, хуй с ним, с этим магазином. Надеюсь, с компа потом успею купить. Надо было покупать тогда, когда была возможность. Аркада, как я сказал, я покупать не буду. Пизду. Давайте, последнее на этом аккаунте. 100 мин. Охуенно. Все. Продолжим мучить аккаунты. 15 минут уже я такой не занимаюсь. Но мне нравится делать open case, на самом деле. Это приятно смотреть, что-то тебе может выпасть. Если я где-то выбью миллион, это было бы охуенно, конечно. Так, смотрим. Назик мы сделали, Святик мы сделали, а остальные, к сожалению, телефон не помнит. Это значит, что я проебу 150 пинкоинов. Знаете почему? Потому что мне слишком впадло сейчас искать пароли в Гугле, вводить их там. Два аккаунта не помнит, ну и хуй с ним. У меня просто еще есть, помимо этих трех, которые я сейчас в видео показал, есть еще два аккаунта, на которых тоже ежедневно пинкоины я забрал. И на которых я тоже собрал награду, компенсацию. Но так как телефон их не помнит, в пизду. Я, может быть, попробовал бы. А, с браузера, с телефона нельзя зайти в Танки онлайн. Да, тут такой прикол, только с приложения же можно. То есть это не то, что будет в следующий раз, когда будет работать интернет-компа. Мне нужно будет взять еще телефончик и вбить туда эти пароли, чтобы я мог забирать вот так вот наградку. Ну, похуй, на трех забрал, на двух. Ну, типа, я все на тех аккаунтах не играю. Мне главное, чтобы я на основе успевал забирать. А этот кейс вообще рандомно решил снять. Но греча, имба, я вот прям вот не жалею, что начал снимать этот видос только из-за гречи. Моя реакция на гречу это охуенно. Я вообще не знал, что это как краска, блядь. Тут, сука, краска, гречка. Это такой мем, пиздец. Обсидиан, блядь, хуиди. Кстати, обсидиан, по-моему, имбовая краска. Зона 52 тоже прикольно. Это на какой аккаунт? А, это на который я создал стимовский аккаунт. Да, это чисто мой аккаунт. Я его довольно быстро выкачал до Командора. Это когда я еще прям задротил в танки, я умудрялся играть и на основе, и на этом аккаунте. И по чуть-чуть, каким-то образом набрал в нем, блин, 300 опыта. Когда еще были нормальные конты, когда еще падали нормальные вещи. Не то, что сейчас говно, блядь. Зеленый на шафт, это имба. Еще бы хил на шафт выпал, блядь. Это не лям, конечно. Но это 100к. Это жирненько, блядь. Вот на основе бы так выпало 100к. Это неплохо. Но, как видите, с трех аккаунтов мне ни одного легендарного, или как он там называется, самый главный, ну, типа оранжевое свечение, самое-самое эпическое, которое 1% вероятности. Нихуя! Ни на одном не выпало. С обычных контов такой вероятности нет вообще. Там максимально вот желтенькая. К сожалению. Так что ультра хуй ультра мне не дало ничего. Но это я еще два аккаунта не открыл. Может быть, потом экранкой открою или с телефона также открою. Контейнер никуда не убегут. Просто видос уже не дальше записывать. Честно. Я еще хочу пойти еще записать, как я в Brawl Stars открою на молоке конты. А знаете, наверное, даже. Не, отдельный видос запишу, хрен с ним. Я тыкаю пальцем по экрану, это ничего не дает, как бы. Это очень тупо. Бля, да, я очень заспанный, очень уставший. Вы прикиньте, я спал 2,5 часа, отпиздячил весь день, стоя под дождем. Я до сих пор спать не лег, ебла. А сейчас уже. Ой, да хуя, то есть мне опять спать где-то 2-3 часа, опять пиздячить. С таким графиком я очень быстро ёбнусь, я надеюсь, что я сегодня, хотя бы уже сегодня, да, смогу прийти после работы и лечь пораньше, чтобы поспать хотя бы 6-7 часов перед следующим рабочим днем. Ну и как-то до выходных дожить, и на выходных тоже нормальное время провести, а не как в прошлый раз. Ебать, ну эффекты на шафт прям сыпет и сыпет, на трех аккаунтах, блядь, насыпало дохуя эффектов на шафт. Это прям вот очень мотивирует играть на шафте. Буду играть на шафте, по-любому отвечаю.
Прям заиграюсь. Лучше бы зелененький выпал на основу, честно. Хотя на основе тоже нету хила на шафта, без хила шафт. Ну, типа, ну, самое устройство на шафт это хил, который я хотел бы потестить. Реально я бы играл с ним. Это, ну, типа, крутая штука, прикольная. Хилить шафтом это жестко. А так, нахуй мне тот шафт. Мне выпала кувалда, только я, насколько помню, эту хуйня. Так, ну, хочу по краскам заценить. Это экран, в принципе, тоже мой, создан мной. Ой, забыл забрать, кстати, лишнее. А я забирал на Назике. Ладно, уже потом без видоса проверю, я просто уже, честно, забыл. Так. Сюда. Хочу краски посмотреть, краски хочу посмотреть. Так. Вроде же у меня было. Эти у меня были все. Ох, блядь, а хули. А, ну да, прием краска в натуре. Жалко, ее так и не анимировали. Зона 52. Ну, прикольно, в принципе. Весенний букет. Красная планета. Это все было. Блядь, господи, дайте мне снять видос, заебали. Что это такое? Она не анимирована. О, точно, мне же еще на снова выпала прикольная краска. Короче, не помню, что мне сюда выпало. Честно. Ну и хер бы с ним. Ладно. Такой вот видос.